Модный сегодня в интернете формат «было-стало», когда речь идет о ремонте. Здесь можно увидеть не на двух картинках, а на одной. В 7-м доме по детской улице реконструкция кровли вот-вот начнется, а в соседнем 8-м жители уже почувствовали разницу со старой крышей. Текла все квартиры протекшие на 2-м этаже. Вот, и длилось это, наверное, лет 10 уже точно в такое состояние. Локальный ремонт был, но он толку нет. Этот год для домов юбилейный. Они построены в 1951 году, а ремонт крыши делали более 18 лет назад. В начале нынешнего лета здесь закипела работа, сейчас остались только мелкие нюансы. Выполнили работы по замене кровли. В эти работы входит замена стропильной системы, замена покрытия и также ремонт чердачного помещения выполнен. Процент выполнения примерно 99%. Осталось там некоторые недочеты устранить и все. Завидев депутата Гаджимурата Гаджимурадова, жители идут к нему не только со словами благодарности, но и с очередными проблемами. У одной из сторон дома номер 8 разрушены отмостки. Ему уже домазывал, уже где-то уже и отлетело вот это. Он куда-то 2 назад, вот видите, вот тут еще тут сохранилось, а там уже это размыло. И этот вопрос депутат берет на контроль. Как сам народный избранник отмечает, жители в этих домах активные, а значит и остальные проблемы удастся решить. Проблем хватает в этом доме, но решение такого вопроса, как крыша над головой, это, конечно, большой плюс в комфортной среде. Условия для проживания. Во время ремонта крыши подрядчик шел навстречу пожеланиям жителей в разных вопросах, в том числе и эстетических. Ведь для них важно было не только наличие новой кровли, но и ее внешний вид. Нюанс был такой, что отливы сделали блестящие из оцинковки. И они как бы не смотрелись вообще с коричневой крышей. Они нам покрасили, все сделали, как сравняли с крышей, с металлической, все. Во дворах этих домов жители создали свой маленький трогательный мир, за которым с теплом ухаживают. И вот это неравнодушие к месту, где ты живешь, и помогает, в конце концов, решать возникающие вопросы. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.